Привет! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как можно приготовить шоколадную помадку. Итак, для шоколадной помадки мне необходимо 30 грамм масла, 2 столовые ложки какао, 50 грамм сахара, 50 грамм воды и 50 грамм сливок, а также такие инструменты, как лопатка и ковшик. Для начала мы возьмем какао и высыпаем какао в ковшик. Затем возьмем сахар. Также высыпаем в ковшик. Размешиваем. После этого возьмем 50 грамм водички. И также размешиваем. Итак, размешав нашу смесь, мы ее будем прогревать на медленном огне. Итак, размешивая нашу смесь на маленьком огне, очень хорошо необходимо лопаткой вот так вот проводить по стенкам ковшика, чтобы не пригорало наше какао. Как только смесь хорошо прогреется, мы добавляем 50 мл сливок и точно так же хорошо размешивать. Мы будем размешивать и прогревать нашу смесь в течение 4-5 минут. Итак, наша смесь уже прогрелась. Как видите, она уменьшилась в объеме. Теперь возьмем 30 грамм масла, выключим огонь и добавим масло в наш шоколад. И хорошо размешиваем масло, пока оно не растает. Итак, наша помадка готова. Она должна быть не очень жидкой, но не густой. После того, как она остынет, она будет более плотной, и ей будет удобно поливать любые торты или всевозможные бисквиты. Применение у этой помадки очень широкое. Всем приятного аппетита!